Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной ролик из сферы халявы в Канаде. Я думаю, это будет какой-нибудь... Я буду писать основной контент о халяве в Канаде, так как вы это любите. Сегодня мы с вами поговорим о пособиях в Канаде для мигрантов. Далеко не секрет, что Канада очень лояльна ко всем приезжающим в Канаду мигрантам и пытается сделать так, чтобы каждый новый мигрант нашел себя в Канаде и стал полноценным гражданином страны. Так вот, давайте мы сейчас посмотрим, на что вы имеете право претендовать, на какие выплаты вы имеете право претендовать в случае, если вы поедете в Канаду. Поехали! Начнем с того, что любой иммигрант может рассчитывать на поддержку социальных служб Канады в случае, если этот иммигрант оказался в сложной жизненной ситуации. Взять, например, сегодняшнюю ситуацию с пандемией во всем мире. Джастин Трюдо анонсировал специальные пособия для иммигрантов и граждан Канады. По его словам, парламент одобрил выделение из бюджета страны на помощь канадцам и иммигрантам 82 миллиарда канадских долларов. Это в районе 58 миллиардов американских долларов. Трюдо отметил, что каждый, потерявший работу из-за пандемии, в течение 4 месяцев будет получать пособие в районе 2000 канадских долларов на человека. Теперь поговорим об официальных, так сказать, пособия, которые существуют. Начнем немного с самых стандартных и заканчивая самыми нестандартными пособиями. Я почему говорю пособие, потому что любая выплата от государства с точки зрения канадского законодательства, это является пособие. У нас в странах СНГ почему-то считается, что пособие это что-то фи-фи-фи, фу-фу-фу, это вы что, я за этим не пойду, да там как, да ты какого черта, чтобы я за пособием, да я на пособие по безработице не буду подавать, мне стыдно, я справлюсь совсем сам. Нет, в Канаде другая ситуация. Никто никого не... притесняет. Если вы в сложной ситуации в жизни, если вам нужна действительно помощь, и вы не знаете, куда обратиться, вы можете обратиться в социальные службы поддержки, так сказать, канадцев. Это службы социальной поддержки Канады. Вот так как-то. Вот, вы можете к ним обратиться, и они вам с радостью помогут. Так вот, начнем с самого первого пособия, на которое могут претендовать большинство канадцев. И, честно сказать, некоторые наши мигранты пользуются этим как способом получить небольшие суммы денег на начальных этапах жизни в Канаде. Я сейчас объясню, о чем я. Так вот, Wayfair – это пособие, которое предоставляется тем, у кого временно нет работы. Данное пособие подходит для любого, кто легально проживает на территории Канады и у кого зарплата ниже прожиточного минимума. То есть, грубо говоря, если у вас нет работы, либо если ваша зарплата ниже прожиточного минимума, установленного в вашей провинции, прожиточный минимум провинции вы можете ознакомиться на сайтах провинции, то есть на сайтах Онтарио, на сайтах Виннипега и тому подобного. Так вот, если у вас нет вообще работы сейчас, либо вы сейчас работаете, но ваша зарплата ниже прожиточного минимума, вы можете обратиться за неким Wayfair. Это пособие, которая помогает вам, так сказать, немного поднять денежных средств к существованию. Для получения пособия нужно показать, сколько денег вы привезли в Канаду и на что они были потрачены. То есть, грубо говоря, если вы привезли с собой деньги, за месяц их потратили на блэкджек, женщин низкой социальной ответственности и на всякие остальные развлечения, то, конечно, вам в пособии откажут. Но если вы покажете, что вы приехали, купили машину, купили то-то, купили сё-то, и у вас не хватает денег, вам помогут. Самое интересное, что вам, как говорят у нас в России, бомжу, который идет на пособие, да, можно иметь один объект недвижимости в собственности, одну машину в собственности и небольшие накопления. То есть даже если у вас есть собственная квартира, машина и небольшая заначка, это не значит, что вам откажут в этом пособии. Следующее пособие. А, по поводу того, какой уровень пособия. Уровень пособия зависит от разных провинций. Это лучше смотреть на сайтах провинций. Я не буду сейчас все перечислять, потому что это дурдом. Дальше, пособие по безработице. Это следующее пособие, которое не относится к тому пособию, к Wayfair. Это другое пособие. Данное пособие дают в случае, если вы потеряли работу не по своей инициативе. То есть, если вы сами уволились, то, конечно, вы не сможете претендовать на это пособие.
Также вы должны работать в белую, и то есть вы потеряли работу не по своей инициативе, и вы работали в белую. Все, вы имеете право на пособие по безработице. А еще, если вы, допустим, по состоянию здоровья не имеете права или не можете сейчас работать, вам тоже дают пособие по безработице. Максимум, на который может претендовать человек по пособию по безработице, 524 канадских доллара в неделю. Посчитайте, умножьте на 4, получится, в принципе, неплохая сумма в районе 2000 канадских долларов. Следующее пособие – это пособие по материнству. Женщина может получить пособие, если она беременна или только что родила. Пособие выдается в виде купонов на еду и витамины. То есть канадское правительство понимает, что женщинам в период, когда она беременна или когда она только родила, ей нужны витамины, и они готовы бесплатно предоставлять витамины и еду. Пособие по уходу за ребенком. Если женщина взяла декретный отпуск, то она может претендовать на 55% от среднего заработка по провинции. Максимальная выплата по данному пособию может составлять 50 800 канадских долларов в год. Максимальная сумма потолок, который выдают в декретный отпуск в год, 50 800 канадских долларов. Делите на 12 месяцев, понимаете, сколько в месяц можно денег у государства запрашивать. Дальше. Канадское пособие на детей. 160 канадских долларов в месяц на каждого ребенка. То есть, грубо говоря, если у вас двое детей, вы получаете два раза по 160. Вон, я там вижу, кот пробегает, а? В камеру смотрю, вижу сзади кот бегает, засранец. Так вот, пособие на ребенка 160 канадских долларов в месяц вы получаете на каждого ребенка. Пособие на ребенка-инвалида 225 канадских долларов в месяц. Но для того, чтобы его оформить, у вас должны быть подтверждающие документы. То есть, если вы эмигрируете уже с ребенком, и ваш ребенок, не дай бог, инвалид, то с собой возьмите документы, подтверждающие его инвалидность. Пособие для тех, кто ухаживает за тяжело больными членами семьи. 537 канадских долларов в неделю. Чтобы претендовать на данный вид пособия, вам нужно доказать, что уход действительно важен. А также вам нужно доказать, что из-за того, что вы ухаживаете за вашим тяжелобольным родственником, ваш доход снизился, и как бы вам приходится, грубо говоря, не работать, а сидеть со своим тяжелобольным родственником. Так вот, в случае, если вы все это доказываете, 537 канадских долларов в неделю государство вам будет оплачивать в виде пособия. Так, следующее. Пособие после смерти супруга. Я говорил, что мы дойдем до странных видов пособий, поэтому вот это странный вид пособия. Так вот, в случае смерти супруга, государство, то бишь Канада, выделяет помощь на похороны и единоразовую выплату в размере до 250 канадских долларов. Сейчас объясню, почему в большинстве случаев я говорю про «до». То есть я говорю о максимальных суммах, которые можно получить, исходя из разного вида пособия. Все это очень индивидуально. Любое пособие, любую выплату вы должны как-то договориться между вами и вот социальной службой. То есть вы должны документы показать, они должны посмотреть документы, они предложат вам определенную сумму. Если вас устроит, да. Если вас не устроит, вы имеете право пойти и обжаловать сумму, получать более высокую. Но максимальную сумму по пособиям я вам сейчас говорю. Дальше. Есть такой тип пособия, это пособие для студентов. Это пособие делится на два типа. Если, например, у вас семья, малоимущая семья, и один из ваших детей или кто-то в вашей семье сейчас учится. Так вот, на одного студента в малоимущую семью канадское правительство готово платить 250 канадских долларов в месяц. А для семьи со средним достатком 100 долларов канадских в месяц. Так вот, ребят, сейчас мы с вами обсудили пособие. Обсудили, ну, как бы, давайте, вот, это сложная для меня тема, потому что я дофига информации прочитал, везде какую-то фигню пишут разную. Некоторые, да, вот заходишь на русские форумы, так там вообще кошмар, просто люди пишут: так, я приехал в Канаду второй день, как мне получить все пособия в мире? Вот, такой фигни я, конечно, не рекомендую, не надо злоупотреблять любовью, так сказать, государства к своим жителям. Но в случае, если действительно ситуация страшная, не дай бог, либо странная, либо вам тяжело, можно обратиться за помощью к правительству. Смотрите, даже беременным витамины раздают. О чем вы говорите? Так вот,
Я к чему? Ролик полезный, поэтому ну-ка сейчас быстро возьми и подпишись на мой второй канал, потому что у меня всего лишь 1700 человек там, а там скоро розыгрыш бесплатного резюме. Если ты не подписан, подпишись. Кстати, таким образом мы проверим, кто досмотрел ролик до конца, кто забил фиг и посреди ролика выключил, и поставил мне дизлайк и плохой комментарий написал. Вот. В общем, ролик, как всегда, полезный. Я надеюсь, полезный. Извините, у меня тут кот носится, да, вы видели на экране там сзади, да, там носится кот. Носится. Я никуда его деть, козла, не могу, он меня замучил. Но зато у него английский лучше, чем у многих моих подписчиков. У него минимум 5 баллов по IELTS уже точно есть. В общем, ребятки, надеюсь, ролик был полезный. Я надеюсь, вам все понравилось. Ставим лайк. Кстати, заметили, я почти матом перестал ругаться. А знаете почему? Вы можете подумать, что это из-за того, что многие подписчики мне пишут, чтобы Ваня, ты не ругался матом. Нет. YouTube начал срезать рекламу и срезать просмотры за мат. Поэтому я теперь буду разговаривать очень прилично и очень культурно. В общем, до скорых встреч, ребятки. Пока.